Всем привет! С вами канал Art Mania. И сегодня у нас видеообзор на вот такие вот интересные конфетки из магазина Fix Price. Стоили они в районе 50 рублей. Давайте же их попробуем и посмотрим. Так, здесь написано у нас Алекс. Алех, наверное, как-то, да? Рэнди. Алекс Рэнди. Даже звучит как-то прям необыкновенно. Мультизлаковые конфетки с белой глазурью. Ну и чего-то там по-английски. Вот так они выглядеть должны. 150 грамм. С ванилью, что ли. И молоком. Да. Так, здесь что у нас? Здесь у нас состав, который нереально найти. Даже смотрите, на каком языке. Даже иероглифы. То есть эти конфеты даже куда-то в Китай отправляются. Отправляются еще вот... Еще какой-то шрифт. То есть, слушайте, эти конфеты вообще можно увидеть даже за границей. Казахстан, я вижу, английский. А значит, русский, наверное, вот здесь вот ничего толком не понятно. На голубом фоне еле понятные буквы. А здесь написано, что есть витамины даже. А, В1, В2, В3. И, кстати, штрих-код. Смотрите, сейчас стали сделать вот такие интересные штрих-коды. Очень красиво и даже интересно. А, смотрите, у них даже Инстаграм есть свой. Смотрите, Инстаграм даже есть свой. ВКонтакте, Фейсбуке, интернет, почта, телефон. Это интересно. Так, давайте откроем. Вот столько здесь конфет. Белых, по-моему, побольше. Да, белых больше. Кстати, конфетки такие довольно легенькие. Прям легкие. Их можно, наверное, положить даже в сумку и носить с собой. Так захотели там поесть, перекусили. И все. Голубая. Но они все, думаю, одинаковые, наверное. С белой глазурью. Просто пара разных цветов. Так, здесь у нас... Сейчас посчитаем, сколько штук. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 штук. Это много. Это здорово. Так, тарелочка. Такая она прям красивая упаковочка. Внутри. Ой, что-то она распространяется. Такая конфетка слепленная, как будто из чего-то, из каких-то злаков, как будто она слепленная, что ли. Ай, даже сломалась. Ну, кстати, похоже, как и там, вот видите. Они, в принципе, похожи, не отличаются. Давайте попробуем. Очень вкусная. Неприторно сладкая, легко жуется. По ощущениям кажется, как будто там изломленные кукурузные хлопья. То есть не палочки, а хлопья кукурузные, поломленные. С каким-то там вкусом белого шоколада или молочный. Но они на вид даже вот так вот похожи и на вкус похожи. Очень вкусно. После вкуса такое... Ну да, кукурузное, кстати, остается... После вкуса молочное такое. Вкусно. Можно такое брать с собой куда-нибудь. Они легкие, на пикник. Только состав не знаем. Кто знает состав, напишите в комментариях. Остальные просто другого цвета. Я думаю, что они точно такие же. Если кто пробовал, напишите в комментариях, такие же они или нет. Просто они разных цветов. Так даже интереснее разных цветов, кстати. Мне нравятся фиолетенькие в последнее время. У меня дом весь интерьер фиолетовый. Можете посмотреть во влогах. У нас есть влоги. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите именно лайки. Ставьте, пишите комментарии, отзывы об этих конфетах, где вы их покупали, помимо Fix Price, по какой цене и в каких городах он есть у вас. Вот. И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока.